Здравствуйте, друзья! С вами снова Талисман. И сегодня мы рассмотрим с вами, как можно проверить туристический навигатор Garmin перед покупкой. Если вы его покупаете в магазине, то, естественно, сомнений никаких нету, потому что он упакованный, в коробочке, все хорошо, все чеки у вас есть. А если вы покупаете его с рук, например, с Авито, с доставкой из другого города, необходимо убедиться, что вообще навигатор подходит для использования в ваших условиях, что он вообще не ворованный, что все хорошо с ним и он работает. Для этого первым делом вам нужно связаться с продавцом и попросить, чтобы он сфотографировал не внутреннюю часть навигатора, вот эту вот под крышкой, но так, чтобы здесь был виден серийный номер навигатора. Далее мы с вами идем на сайт Garmin, на страницу проверки устройства. То есть, чтобы убедиться, что ваша покупка будет доступна для гарантийного обслуживания на территории Российской Федерации, вам нужно зайти на эту страницу, ссылочка будет в описании. Опускаемся ниже, выбираем вашу модель, например, GSMAP 64ST, как вот на фотографии у нас, да, вбиваем присланный нам серийный номер сюда, выбираем страну приобретения, если это Россия, то она стоит по умолчанию уже, если это другая страна, то вам нужно ввести артикул этой страны. Вбиваете ваш email, получать новости галочку я рекомендую снять, иначе вас могут засыпать спамом. Вводим контрольное вот это проверочное число и нажимаем «Проверить». Также ниже есть дополнительная информация, которая вам может быть полезна. Таким образом, вы узнаете, в принципе, пригоден ли ваш навигатор на территории Российской Федерации, подходит ли он для гарантийного обслуживания. Следующим шагом у нас станет проверка работы самого навигатора. Если покупатель находится в другом городе, вы просите его скачать и установить любую карту для его региона, вот с этого сайта. Ссылочку я оставлю в описании также. Эти карты все бесплатные, и любой навигатор их понимает. После этого вы попросите его, чтобы он записал какой-то трек, прошелся, и ну, вам либо видео, либо с телефона, да, либо какой-то скриншот вам показал, и либо если вы в этом же городе находитесь, вы можете вместе с ним пройтись, посмотреть. То есть вы увидите, что навигатор отображает карты и нормально пишет треки. То, что он видит спутники, с ним соединяется, то есть в принципе навигатор работает корректно. Вообще навигаторы Garmin очень такие серьезные штуковины, и ушатать их, убить как-то это не так уж и просто. То есть если вот такой тест, что вы проверили на сайте, все хорошо, да, и потом вы с ним скачали в него карту, прошли, записали трек, все хорошо, вот, вы видите по карте, что это там вы ходили, ну, скорее всего, навигатор в полном порядке, да, то есть и останется только при личной встрече посмотреть коробку. Если, опять же, покупатель в другом городе, то просто просите пофотографировать коробку с разных ракурсов, открытую, закрытую, сбоку, с припеку, то есть, ну, посмотреть, в каком она состоянии. Также просите пофотографировать навигатор более детально по болтам и с открытой вот этой резиночкой. То есть вам нужно посмотреть, что болты вот эти не слизаны, то есть что он не открывался, не вскрывался, не ремонтировался. Под резиночкой там тоже есть болтик и гнездо, сюда подключается кабель для связи с компьютером. То есть, чтобы посмотреть, что в принципе навигатор внешне в хорошем состоянии. Если все эти три пункта у вас совпадают, все хорошо, то вы можете смело брать навигатор. Скорее всего, он у вас будет служить долго, и вы в нем не разочаруетесь. Кому понравилось, ставим лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Кому есть что сказать, пишем в комментариях. Подписываемся на канал. Всего хорошего. До свидания.